Всем привет! Не могу сказать, что добрый день, потому что вышло обновление. И самое главное даже не то, что вышли эмблемы, изменили виды оружейных, цены. Цены подняли к айфонам. Минимальный пакет 99 рублей, потом идет 449, 1790. А, 899 пропустил. $4690 и $9490. Кстати, подешевели герои. Категерный медик, вот я вчера смотрел. Средний пакет, он тогда еще стоил $3790. Здесь было 9 частиц. А сейчас 20. Ну это о печальном. Все равно, кто донатил, они продолжат донатить. Поворчат, поворчат недельку. Вышли новые эмблемы. И изменился вид оружейной эмблем. Здесь находится библиотека. Материалы. Чтобы разобрать эмблему, нажимаем «Извлечь». Где я ее извлек? Вот она. «Изменить». Нажимаем на саму эмблему. Появляется надпись «Изменить» красная. Меняем. Теперь создадим ее обратно. Вот у нас пустое место. Так, сразу просит последний вид эмблемы. R8. Создаем R7. Вставить. Усилить. Теперь про новые эмблемы. На минимальном уровне эмблема это дает 685% к обычным показателям и 228% к общим. Максимальная эмблема водного Дрейка давала к обычным 708%, то есть максимальная чуть-чуть сильнее. Обычная 236%, максималка 228%. По усилениям, по увеличению статистики вы и сами можете посмотреть. Это уже не тест, это на основе. Ну, получается на 1000% в среднем где-то, 990% увеличивается обычная статистика от максимальной водного Дрейка. Здесь 236, тут 400, 164. 328% поднимутся к первым трем. За 6000 уйдут топы. Первые показатели. 6300 где-то у них будет. И по 14000 остальные показатели. Так, мы с вами их смогли снять, разобрать, усилить, вставить обратно. С оружейной все понятно. Оружейная драгоценных камней. Тоже видоизменили. Теперь можно, допустим, вы хотите снять здесь. Вот такая вот вкладочка есть. Она снимает сразу все три камня. И вставляем обратно. Ну, либо можете по одному их снимать, как хотите. Убрать, вставить.
Если вам нужно разобрать какой-то камень, выбираем этот камень. Так, убрать его. Там, где создать драгоценные камни, не там. Где же я его видел? А вот. Оружейный драгоценных камней. Сюда заходим. Здесь сверху есть кнопочка «Разобрать». Вот камень. Упс. Разобрать. Теперь создаем заново. И усиливаем. Так, по драгоценным камням, в принципе, тоже все понятно. Оружейное героев. Тоже измененное. Здесь проще, конечно. Просто убрать. Где же я находил это? Изменить. Все, мы его разобрали. Создаем заново. Еще что интересное вышло в обновлении, это NS2 герои. У меня, как видите, монет совсем не хватает. Вчера покупал NS1. NS2 у меня просто собраны, все навыки открыты. А на следующую звезду надо много, а даст она не очень много. Поэтому я даже покупать, наверное, их не буду отсюда. Здесь все старенькое, только герои поменялись. Неземные слепки с варваров падают очень редко. Пять раз на варваров за сегодня, вот за утро сходил, один раз только выпали. Ну и то халява. Учитывая, что еще неземные дают с КВК, можно будет собирать. У многих, конечно, он есть, неземной шмот, вот у меня ни одного нет. Я его не брал ни из всяких лотерей этих, где рекорды, ниоткуда не брал его. Что все равно, знаю, с варваров будут давать постепенно. Наберу так на халяву. Вышло у нас временное задание на эмблемы. Лотерея.
и битва эмблем. Не хочет она у меня открываться. Один уровень я только прошел, дальше не получается. Будет новое событие, концерт идеек. Пока его еще нет. Рождественские празднества. Это, скорее всего, каждый день до 25 числа будут давать по одной награде. Там беспонтовые награды в том году были. Дизлайк. Всегда дизлайки им ставлю. Здесь у нас на вид вроде бы все то же самое осталось. Здесь без изменений тоже. Жду, пока статуи добавят новые. Их нет почему-то. Здесь тоже ничего нового. Если что-то забыл, пишите в комментариях. С обновой еще пока разбираемся только. Всем спасибо. Подписывайтесь, кто еще не подписан.